Чемпион UFC ответил Абдулманапу на его старое интервью, чего он не понял. Тони Фергюсон начал тренировочный лагерь к бою с Гэджи. Обо всем этом прямо сейчас. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Андрей Антонов. Приятного просмотра. Мы начинаем. Как пишет Брэд Акамото, следующий турнир UFC получил официальное название. До этого было непонятно, что будет UFC 249 или UFC 250. Мы хотим напомнить, ранее появилась информация, что Тони и Гэджи возглавят карт, а на кону будет стоять временный чемпионский пояс. Надо отметить, что турнир пройдет 9 мая, будет он называться UFC 249, а место проведения останется в секрете. Честно говоря, болельщики уже догадываются, что это будет бойцовский остров, но также это может быть и Флорида, в которой разрешили спортивные мероприятия. Если верить MMA Junkie, перед турниром все бойцы съедутся в Джексонвилле. Это, кстати, самый густонаселенный город штата Флорида. Там они будут ждать турнира. Также хотим напомнить, что ранее Аманда Нунес отказалась выступать. Она объяснила это тем, что вряд ли набрала бы нужную форму. А выходить на бой неподготовленной – это не для нее. В общем, Дана Уайт пообещал заботиться обо всех, кто поедет с ним. UFC 249 будет обслуживать лучшая бригада медиков. Петр Ян, который в данный момент третий номер легчайший весовой, находится в Таиланде, и он недоволен. Так пишет издание Eurobash. Как сообщает источник, российский спортсмен возмущен, что UFC позволили Доминику Крузу драться с Сехуде. Хотим отметить, что Петр идет на серии из 6 побед. Честно говоря, многие болельщики считают именно его полноправным претендентом на титул. Да, Дана отличный промоутер, и он может устроить любой бой, но в этой ситуации не хочет рисковать, потому что Ян не в Америке. Что интересно, кроме Круза, есть бойцы намного активнее. Здесь до конца непонятно, почему именно такой выбор. Касательно Генри Сехуда, он заявил, что по-прежнему хочет драться с Альдо после боя с Домиником Крузом, и тут ситуация намного проще. Сехуда ведет свою игру, и UFC с этой игрой соглашается. А где в этой игре Петр Ян? Это вопрос. В общем, ситуация непростая. Дане Уайту придется поломать голову, чтобы принять правильное решение. Немного отвлечемся от темы. Петр разместил фото брата и спрашивает фаната о сходстве. Похоже? Пишите свои варианты в комментариях. Как пишет Yahoo Sports, Фергюсон серьезно мотивирован. Сообщается, что он считает свою весогонку не странной прихотью, а большой победой после того, как он сделал 70 килограммов на весах. Тони готовится к Гэджи, он четко намерен вернуть себе временный чемпионский пояс и не рассматривает варианта разочарований своих болельщиков. И если верить СМИ, то Эль Кукуй за несколько дней согнал около 10 килограммов, это при том, что в мае ему придется снова делать вес. Впрочем, не исключено, что решение было вызвано хайпом вокруг UFC 249. Мы напомним, ранее Тони сам говорил, что у него появилось много российских болельщиков, именно поэтому он мог использовать весогонку, чтобы задеть этим Хабиба. Также Тони заявил, что начинает тренировочный лагерь перед боем с Гэджи с отличным настроением и правильной мотивацией. Он смог сдержать свое слово и вдохновился этим. Впрочем, о Тони уже много было сказано. Вообще, конечно, интересный атлет, не всегда понятно, что делает, это как раз его фишка. Мы уже говорили с вами, что Эль Кукуй набрал прекрасную форму, хорошо себя чувствует, его публикации в Инстаграме не дадут нам соврать. Интервью Абдулманапа, которое он дал еще в 2016 году для BS News, на днях получило новый виток. По крайней мере, так пишут GFC Дагестан. Сообщается, что известный тренер похвалил Джона Джонса, назвал его подарком судьбы. Правда, все это касается только октагона. Джонс внутри и снаружи восьмиугольника – два совсем разных человека. Хотим отметить, что слова Абдулманапа интересно послушать всегда, пусть даже это 2016 год. Правда, что он сказал, Джонс так и не понял, особенно если мы берем в расчет, что боец не знает русского языка. Что он говорит? Болельщики к этому отнеслись по-разному, а Стэн Славный, не без доли юмора, написал: «Конечно, очень странно, что Джонс мониторит российские каналы, но увидеть его в комментариях все равно было приятно. А как вы относитесь к словам Абдулманапа Нурмагомедова, согласны или нет? Пишите свои варианты в комментариях, лучшие по нашей традиции попадут в следующий выпуск, а мы скоро увидимся. Пока!»